Всем привет, это Павел. Решил записать мини-продолжение к видео по поводу того, что я похудел. Ребята, еще раз хочу повторить, это очень круто, попробуйте, тема работает. И хочу дополнить, что все должно быть не на силе воли, точнее, а на своем желании. Мы должны просто понять, что эта пища вредная, и попробовать питаться по-другому. То есть никакой силы воли здесь не нужно, потому что на силе воли далеко не уедешь. Вот. Итак, поехали по поводу теперь новых моих привычек. Я хотел бы выделить 4 новых привычки. Итак, первая, самая крутая, это ранний подъем. Я процентов, наверное, 80-90 времени встаю около 5 утра. И, блин, это самое лучшее время для себя. Я читаю. Я это время провожу с пользой. То есть я планирую свой день, я пишу планы, пишу свои цели жизненные, какие редактирую глобальную цель, читаю книжки. На данный момент читаю книжки по финансам Брайана Трейси. Привет Инстардингу. Вот, за все это время прочитал за 2 месяца около 8 книг, что для меня просто личный рекорд. Вот, соответственно, успеваю собраться и прихожу на работу за полчаса до начала рабочего дня и успеваю еще там подготовить все, то есть у меня уже к рабочему дню все готово, и весь мой день становится полностью подконтрольным. Я веду свой день, а не день ведет меня. Вот, поехали дальше. Следующее, что хотел бы выделить, это холодный душ. Я начал сейчас, на данный момент идет 23-й день, был, завтра будет 24-й. Я с утра обливаюсь холодной водой. Начинал с 30 секунд. И хочу сказать честно, что даже сейчас, перед тем, как ты стоишь, страх никуда не уходит. Тебе также не очень хочется идти, потому что процедура не из приятных. Но процесс идет, хочу посмотреть, к чему это приведет. Советую вам, на данном этапе, на 23-м дне, я выдерживаю по 1,5 минуты легко. То есть, как бы, вода в какой-то момент становится теплой. Посмотрел видео про Iceman, некого человека, попробуйте погуглить, если не знаете. Он вообще рекордсмен по поводу холода. Взял пример с него, решил попробовать, и вот, как бы, посмотрю, к чему это придет. Следующая привычка – это спорт, конечно же, куда без спорта. Опять же, ранний подъем, я начал заниматься йогой. Начал пробовать, не всегда ей занимаюсь с утра, но тем не менее она очень круто заряжает, дает хорошую растяжку телу, как-то окрыляет, что ли, не знаю, что-то в этом есть, то есть что-то духовное, как бы, я уверен, потому что день становится более продуктивным, более позитивным. Ты просто как будто летаешь. То есть советую попробовать, как бы. Обычно даже вот утреннее приветствие солнцу, Сурья Намаскара. Итак, вот эти топ 4 крутые привычки. Пробуйте. Я делюсь тем, что я ввожу в свою жизнь, и моя жизнь меняется к лучшему. То есть я за 2 месяца похудел на 15 килограмм, я стал позитивным, и все это было у меня под рукой и под носом. То есть я ничего нового не ввел, я просто начал применять обычные правила. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.